Ангарские велогонщики открыли новый сезон. Испытания на привычной трассе в 15-м микрорайоне подпортила погода. Однако настоящих спортсменов не испугали сильный ветер и моросящий дождь. На сей раз организаторы увеличили возрастные ограничения. В соревнованиях участвовали ребята от 2 до 13 лет. Участники соревнований – представители как и города Ангарска, так и представители города Иркутска. Потому что у нас открытые первенства города Ангарска по BMX велоспорту. В нем могут принять участие представители из любых городов Иркутской области. Второй раз на трассу вышли самые маленькие гонщики категории «беговелы», а также участники категории «любители».